ждали, что будет тяжелая игра, знали, что против нас все команды уходят. Удвоенной, наверное, энергии. И я вообще считаю, против команд, которая идет ниже части таблицы, тяжело играть. Как бы мы ни настраивали, как бы мы ни хотели, как бы мы ни говорили о настрое какой-то, все равно подсознание у футболиста сидит, что вот мы сейчас выйдем и более легче сложится игра. Ну и вот так. Очень тяжелая игра, которую мы в конце все-таки додавили и выиграли. Испания выпили против нас, играл на земле, далеко ждал. Как вы оцените его игру? Далеко всегда. Честно вам сказать, я его не заметил. Не потому, что он плохо, наверное, играл, а потому что я следил за своими игроками. Мне была интересна игра нашей команды. Честно, я не могу его отметить ни с хорошей, ни с плохой стороны, так как я просто не наблюдал за ним. Виктор Ильич, ваши комментарии к этой игре? Ну, хочу в первую очередь поздравить команду «Атгуш» с заслуженной победой. В общем-то, если игра как бы сложилась из двух разных таймов. В первом тайме, то есть у нас были как бы серьезные моменты для того, чтобы забить хотя бы один мяч. Но, к сожалению, там реализация подвела и, естественно, как бы не смогли это сделать. Во втором тайме как бы я предупредил ребят, что будет определенное давление, я имею в виду, на футбольном поле. Ну, честно говоря, вот этот мяч, который наш защитник сыграл рукой, я пока еще не могу даже объяснить, как это произошло. То есть нужно посмотреть видео и так далее. Ну и я считаю, что этот мяч конкретно надломил команду, и, соответственно, она была в ступоре, и, естественно, как бы до конца матча так и не вышли из него. Поэтому, в общем-то, считаю, что результат в любом случае закономерен, и желаю удачи Ангушке. Спасибо. Всего доброго.